Не прошло и суток, как у меня в работе моя лапошка, как уже наступило время первого технологического апгрейда. Значит, решил я поставить вот сюда колесики. Стоит с этой стороны. Ну, чтобы у меня не на ножах опирался этот культиватор, а на колесики. Да, высота сейчас над колесиками очень маленькая. Где-то около сантиметра всего лишь. Посмотрим, как это будет выглядеть при работе. То есть, будут ли помогать колесики позиционировать. Будут ли помогать колесики ездить. Ножи колесиков не касаются. Потому что я чуть-чуть изогнул вот эти пластинки. Вот так вот. В общем, попробуем сейчас и посмотрим, что получится. Как-то так. Что, драть траву это ни капельки не мешает, а позиционировать лапложку стало в разы удобнее. Ну вот такая маленькая, такой маленький апгрейд, и мы продолжаем.